Он будет мне помогать. Проходи. Ого! Ты послушай. В чем счастье нашей жизни? Счастье в труде. Некоторые считают, что нельзя отказываться от личного счастья во имя труда. А я считаю, что можно. Тут нужен пример, пока место оставила. Трудиться для себя – это не приносит удовлетворения. Надо трудиться для других. В этом смысле можно считать, что участие в сборе металлолома или бумаги – это тоже счастье. У нас человек не может быть несчастлив, потому что ему предоставлены все возможности. А ты-то счастлива? Я нет. Но если бы я была негром в Америке. Нет слов. Дурак, пришел и все опошлил. Поговори лучше со мной. С удовольствием. Должен сознаться, что если бы вы учились в нашей школе, то еще неизвестно, как бы решилась моя судьба. Он говорит правду. Ты занимайся. Ты сейчас спросил, счастлива ли она. Почему? Ты уверен, что нет? На свете счастья нет. Но есть покой и воля. Мне кажется, сказать о счастье просто неудобно. Как бы сознаешься, что больше тебе в жизни ничего не надо. Ты доволен тем, что есть. Вот поэтому Лида так себе и ответила. Все-таки хорошо, когда человек бывает доволен тем, что есть. Каждый раз вечером, когда ложусь спать, мне немножко жалко. Еще один день прошел, осталось на один меньше. Ну, здравствуй. Ужинать будете, я вам приготовлю. Ну, постой, почему же ты? Пусть она поухаживает за дядей. Лида занимается. А, так занимается, а. Ну-ка, поди, приготовь. Ну, молодой человек, похвались, как ты там отличился по литературе. Ну, зачем? Я тогда ничего не буду рассказывать. А я не стыжусь. Я действительно считаю, что Наташа Ростова не может служить положительным примером, потому что она, в сущности, самка. Влюбилась в одного, потом в другого, потом в третьего. Нарожала детей больше и ничего не надо. Вот это интересно. Где же ты все прочитал? Это моя собственная гипотеза. Существует же свобода мнений. Видишь ли, Кира, ты можешь понять, что Наташа Ростова плохая, можешь понять, что Наташа Ростова хорошая. Ты просто не можешь понять, какая она на самом деле. А что ты ему толкуешь? Он же умнее всех. Вот он я, с большой буквы. Ничего не поделаешь, человечество в среднем умнеет. По сравнению, например, с 10 веком, сейчас каждый нормальный человек – гений. А через 1000 лет все будут гении по сравнению с нами. Возносишь, не спровергаешь, философствуешь. Только все кустарно. Кирилл, молчи. Обезьяна превратилась в человека, когда научилась различать, на что надо обращать внимание, на что нет. А вот это уже грубо. Простите, пожалуйста, кого я меньше всего хотела обидеть, так это вас. И это ты нехорошо сказал. Тогда все. Отхожу на заранее подготовленные позиции. Но он же просто преувеличивает. Он любит гиперболы. На него никто не обижается. Гиперболы, эффекты. Имею в виду, что через несколько лет эффекты полиняют. И всю свою неудовлетворенность он будет вымещать на окружающих. И в первую очередь на тебе. Ты извини, что я вмешиваюсь в твои дела, но вы обе слишком дорого мне достались. Я разыскивал вас по всем детским домам. Я вложил в вас много лет своей жизни и часть души. А в сберкассу. И хочу, чтобы там все это было сохранено. Чего, дядя Митя? Вот уже Лида кончает школу. Я работаю. Меня ценят. Без отрыва от производства я учусь в техникуме. Нас упрекнуть не в чем. Лида взбалмошная немножко. Но это может быть от того, что у нее одаренная натура. Кто знает, она еще нас всех поразит. Мы будем ею гордиться.
Пока я вам могу обещать, что стыдиться за нас вам не придется ни в чем. Ни в большом, ни в малом. Замуж тебе пора. Выйду. Не влюбиться-то нет времени. Днем работа, вечером учеба, да еще дорога туда-обратно. Резаев здесь живет? Здесь, пожалуйста. Как ваше имя, отчество? Надежда Георгиевна. Так вот, Надежда Георгиевна, я прошу вас позвонить моей жене и объяснить ей свое поведение. Дядя Митя, это наш начальник, товарищ Огородников. Слышал, очень приятно. Вы садитесь, пожалуйста. Простите, у нас не убрано. Я хочу, чтобы вы объяснили эту дурацкую историю, в которую меня впутали. Какую историю? Меня вызывали в партком. И что? Я понимаю, что у вас игривый характер, но и в шутках должна быть мера. Я не понимаю. Меня обвинили в том, что я преследую вас своими ухаживаниями. Господи, какая глупость. Мало ли о чем треплются девушки. Нет, давайте называть вещи своими именами. Слушайте, после всего, что было, вы же ее еще в чем-то обвиняете? А что, собственно, было? Что было? Я же говорю, шутка это. Постойте, постойте, постойте. Только не надо ничего покрывать. Минуточку, что она вам говорила? Только то, что вы ухаживаете за ней. Жена, ты за всеми ухаживаешь. Ну да, только не все это поощряют. Она не поощряла. А, значит, вы и здесь наболтали. Постойте. Только не запугивайте ее, пожалуйста. Слушайте, дядя, что вы вмешиваетесь? Вы же не знаете, что у них такое было, мало ли что. Почему ты кричишь на дядю? Раз вас вызывали в партком, значит, есть за что. Так меня вызывали в партком, потому что она обратилась, моя жена. А куда же ей еще обращаться, извините? Хорошо. В какой Таллин я вас приглашал? На каких машинах я вас возил? В какие рестораны я вас водил? Знаете, я это фантазировала. Как я могла подумать, что ваша жена узнает про всю эту ерунду, да еще пойдет в партком? А теперь я вас прошу, пойдите туда вы и пофантазируйте обратно. Игорь Степанович, я не могу этого сделать. Вы скажите, вам поверят. Если вам не поверят, то кому же? Постой. Значит, ты мне врала. Врала. Зачем? Зачем? Ни с того ни с сего опозорила человека. Надежда Георгиевна, я прошу вас позвонить моей жене и объяснить ей все. Конечно, я сейчас позвоню. Ну? Вы знаете, я сейчас не могу звонить, я не знаю, о чем говорить. А вы назовите свою фамилию, говорить будет она. А потом? По обстановке. Вера, сейчас буду с тобой говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Это говорит Резаева, учетчица. Да. 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 Вы знаете, я целиком с вами согласна. Я согласна, но это недоразумение. Это шутка такая. А я просто пошутила. А... Что она сказала? Неразборчиво. Благодарите судьбу, что у меня мягкий характер. Красивая история получается. Теперь тебя могут обвинить в клевете. Чего-нибудь. Откуда ты знаешь его? А может, он негодяй? Нет. Нет? Скажи мне, пожалуйста, для чего ты все это придумала? В какой-то степени это можно понять. Нет, нормальный человек это не может понять. Ну, просто ей захотелось немного похвалиться. Чем похвалиться? Кем похвалиться? Ты видела его? Какое-то запоздалое детство. Конечно, я понимаю тебя. У тебя в свое время не удалось подурачиться волю. Так ты наверстываешь теперь. Мало того, своими фантазиями ты морочишь голову своей сестре. Ах, погоди, погоди. Жизнь стукнет дубинкой по этому талантливому лбу. Таланты. Чего тебя знает? Самобытные таланты. Везде таланты. Полно-полно талантов. Где моя Воська? Молись. Молись теперь на нее.
представляю, как тебе хочется сейчас оборвать поводья и поскакать по холмам. Вся беда в том, что я все время сижу у тебя на шее. Чего? Привыкла. Тут еще дядя. Ну, разумеется, мы его должники по гроб жизни. Но он нам давал деньги на хлеб, а ты ему неизвестно на что. Пятерку с получки. Ну, а разве в этом дело? Все это ерунда. Не имеет решить никакого значения. Для нас важно совсем другое. Важно, чтобы ты стала артисткой. Остальное все не важно. Ну, покажи, как ты войдешь. Я комиссия, там дверь. Фамилия? Рязаева. Громко, ясно, они устали, перед ними проходят десятки. Ты должна остановить внимание на себе. Рязаева. Что вы будете читать? Отрывок из «Войны и мира». Из романа «Война и мир». Отрывок из романа «Война и мир». Не спеши, сосредоточься. Пускай они тебя посмотрят, у тебя хорошие данные. Сосредоточилась? Можешь начинать. Только еще один раз. Послышался сверху женский голос, который тотчас узнал князь Андрей. «Да когда же ты спать будешь?» – спросил другой голос. «Я не буду. Я не могу спать. Что же мне делать? Ну, последний раз». Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, составляющую конец чего-то. Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать и конец. Ты спи, а я не могу, отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Все затихло и окаменело, как луна, ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия. «Соня! Соня!» – послышался опять первый голос. «Ну как можно спать? Да ты посмотри, какая прелесть! Ах, какая прелесть!» – сказала она почти со слезами в голосе. «Ведь такой прелестной ночи никогда не бывало». «Ну что? Ну, что так смотришь на меня? Мне давно уже нравится все, что ты делаешь. Только, может быть, надо еще сильней. Вот ты помнишь, у тебя было такое желание прожить только месяц, но вовсю, а потом взять и умереть? Вот, 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 Наташа Ростова точно такая. Не каждый может испытать счастье, а она может извлечь счастье из чего угодно. Вот какая ночь, какое небо. Вот она и говорит: «Соня, Соня, как можно спать?» Надька, может, мы просто ненормальные? Ведь, скорее всего, ничего не получится. Просто по теории вероятности. Ведь это скорее всего. Не получится, тогда и будем думать. Иногда мне становится страшно. Что мы делаем? Чем все это кончится? Ну, с тобой же нельзя говорить на эту тему трезво. Ты же как оглашенная. Ты все давно решила за меня. А дядька правильно говорит. Быть средним инженером еще куда ни шло. А быть посредственной артисткой – это стыдно. Было бы стыдно, если бы тебе нужна была слава, успех. У тебя другая задача – давать людям радость. Разве этого можно стыдиться? Наоборот, будет стыдно, если ты ничего не проверишь, ни в чем не убедишься и сама заронишь свой талант в землю. Ты вспомни, как мы в детском доме ходили в театр. Господи, боже мой, такая удача – на детском доме шефствует театр. Это один случай на тысячу. Нас бесплатно пускали на утренники, мы все время ждали. Через 7 дней, через 5 дней, через 3 дня идем в театр. Случалась неприятность, мы не падали духом, мы знали, через 2 дня мы идем в театр. Когда в зале гасили свет, снизу освещался занавес, он становился прозрачным. Он сам светился изнутри. Я сидела маленькая, ничего не понимала, глазенки вот такие. Теперь, когда столько переговорено, столько бессонных ночей, то вдруг что-то испугалась. Просто так, ни с того ни с сего. Thank you.
А вы, о боже мой, кого себе избрали? Когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня надежды завлекли? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех? Что? Вам постыла даже память? Что даже память вам постыла. Спасибо. Что? Даже память вам постыла тех чувств. Что-что? Как? Тех чувств. А, тех чувств. Ну, да. Тех чувств. В обоих нас движений сердца тех, которые во мне ни даль не охладило. Ни размышления, ни перемена мест. Дышал, бежал, ими жил, был занят беспрерывно. Довольно. Довольно. Довольно с вами, горжусь моим разрывом. Спасибо. Большое спасибо. Можете идти. Спасибо. Спасибо большое. Может, спеть? Нет, петь не надо. Не надо. Угу. Спасибо большое. Ну как? Биографию спрашивали? Нет. Тогда едва. Мы оптимисты. Пойдем дальше сдавать. Резай, возьмите. Зовите. Резаева. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Ваша фамилия? Резаева. Резаева. Что вы будете читать? Отрывок из романа «Война и мир». Пожалуйста. Он приедет с Агатией, зовет кого-то в страхе. Всюду блат. Вот хоть бы кто слово замолвил. Ни одного знакомого. Я все ничего не знаю. Но когда я волнуюсь, мне чего-то не хватает. Никто не скажет, чего не хватает. Не знаю. Ты очень хорошо считала. Тебя должны принять. Что ты? Даже к столу не позвали. Наверное, пусть так. Может быть, действительно нужен какой-нибудь блат? Так они тебя должны принять. Надя, ты только успокойся. Ты прямо побледнела. Что ты хочешь делать? Я просто попрошу, чтобы тебя послушали еще раз. Ты с ума сошла? Ты поставишь дурацкое положение на себе. Там Мединский в комиссии, он понимает. Я забыла его имя, отчество. Надя, ты послушай меня. Пойдем завтра. Еще ничего не известно. Может, еще все? Нет, завтра будет поздно. Я забыла его имя, отчество. Простите, что вы? Я к товарищу Мединскому. Да-да, я вас слушаю. Вы меня не помните? А, ну как же. Вот у меня к вам маленькая просьба. Вы только что слушали девушку. У нее легко возбудимая психика. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, о ее способностях никак нельзя судить, потому как она вам показала в таком состоянии. Ну хорошо, хорошо, это мы учтем. Постойте. Как ваша фамилия? Ну, назови. Резаева. Резаева. Вы, кажется, ходили в студию при Дворце культуры, да? Олег, короче. Потом что-то исчезли. Ну, простите, нам же некогда. Павел Владимирович, это очень способный человек. Дойдет очередь, мы ее послушаем. Пожалуйста, послушайте ее сейчас. Не пожалеете, честно. Послушайте, но почему вы усложняете самое простое дело? Ну, братцы, давайте что-нибудь решать. Время же идет. Три минутки. Дайте мне 3 минутки. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, начинайте. Я? Да. Только быстро, в вашем распоряжении 3 минуты. А зачем? Вы меня не поняли. Я пришла с сестрой. Резаева Лида. Не надо Лиды. Вы ее только что слушали. Так мы помним. А теперь мы вот хотим послушать вас. Читайте. Что читать? Я ж не помню ничего. Ну, если не помните, тогда не надо. Следующий. Ну, что-нибудь, вы помните? Я помню, только это не художественная проза, это отрывок из статьи. Ну, что делать? Давайте отрывок из статьи. Пожалуйста, начинайте. Театр. Вы любите театр? Я хочу спросить, вы любите театр, как люблю его я? То есть, всеми силами души вашей? Со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому способна только пылкая молодость, жадная и страстная до впечатления изящного. Лучше сказать, вы можете не любить театр больше всего на свете. Является он постоянным возбудителем ваших чувств, способный во всякое время, при любых обстоятельствах, волновать, возбуждать их, как вздымает ураган песчаные метели,
в безбрежных степях Аравии. Театр — это храм. Это подлинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, забываете о житейских отношениях. Здесь ваше холодное «я» исчезает, растворяется в пламенном эфире любви. Если вас мучит мысль о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь вы ее забудете. Если когда-нибудь ваша душа жаждала любви и упоения, в театре эта жажда вспыхнет вас с новой неукротимой силой. Если когда-нибудь в ваших мечтах мелькал пленительный образ, забытый теперь вами, забытый, как мечта несбыточная, в театре этот образ явится вновь, и вы увидите его глаза, устремленные на вас с тоской и любовью. Ступайте, ступайте в театр! Живите и умрите в нем, если можете. Я вас очень прошу, послушайте еще раз мою сестру. Это статья Белинского. Угу. Пожалуйста, подойдите к столу. Стульчик возьмите с собой. Как вас зовут? Надежда. Надежда. Сколько вам лет? 26. Работаете? Работаю. Учущицей в порту. Учусь в строительном техникуме. Когда вы окончите студию, вам будет 30 лет. Вы об этом подумали? Я не думала поступать. Я пришла с сестрой. Да, ну, что... спасибо. Спасибо. Пока можете идти. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Вот что значит индивидуальность. Значит, я был прав? Нет, только как дух у нее хватило. Я, говорит, сестра, давайте я вам за нее все расскажу. Это смешно, смешно. Вы, девочки, извините, что я не переживаю, но только все очень потешно получилось, а? Да, действительно смешно получилось. Я не сдала, а Надька пошла раз и всех поразила. Моя, ну могла ли я подумать? Если бы мне раньше об этом сказали, я бы, наверное, тоже хохотала. Я бы с ума сошла. Знаешь, нехорошо, я чувствую что-то непонятное. Это нехорошо. Знаешь, это просто удивительно. Все-таки удивительно, значит, во мне что-то есть. Кто мог подумать? Просто смешно. Да, Надюха, теперь ты, значит, в артистки пойдешь. Только, знаешь, надо профиль выбрать. А ты что делать-то будешь, а? Петь или плясать? Я бы на твоем месте пошел в балет. С твоей фигурой очень интересно танцевать танец маленьких лебедей, а? Надеюсь, техникум не бросишь, а? А почему? Можно совместить физический и умственный труд. Конечно, брось. Молчи, дарование. Ты свое уже сказала. Да нужно быть последним кретином, чтобы после такого чуда, которое произошло, отказаться. Молчи. Слушай, а может мне тоже попробовать счастье на подмостках, а? Романсы буду петь. Наш уголок я убрала цветами, к вам от... Надюшка, ты что? Надя. Надюша. Ты что, Надя? Надюха. Ты что? Надюха, неужели ты можешь думать об этом серьезно? Ну, почему бы и нет? Уймись. Уймись. Надюшенька, милая, ну, ну, милая, ну, ну, бог с тобой, ну что, кончишь техникум, иди куда хочешь, хоть в грузинский ансамбль. Еще 2 года, у тебя будет специальность. У тебя будет материальная база, у тебя будет все. Все, это еще не все. Спорить научилась? Научись басни читать. Надюша, только не подумай, что я тебе враг, что я против. Нет, совсем не так. Вы сами сказали, что вам не нужна слава. А почему тебе не пойти в самодеятельность, в народный театр? Ах, ну, не думаешь о себе, о сестре подумай. Будете 2 на 1 стипендию жить. Что ж, ей уже не поступать в институт, да? А искать себе работу? Или, может быть, на меня рассчитываете?
Пожалуйста, пожалуйста, вы для меня все. Но я уже старый человек, скоро пойду на пенсию. Не знаю, не знаю, может быть, я не прав. Нет, дядя Митя. К сожалению, вы правы. Ну? Как одежка? Не понимаю, как ты можешь. Да. Придет человек специально с такой целью. Ах, будет тебя разглядывать. Да. Я бы не смогла. Ну так. Пару лет назад, когда работала учетчицей в порту и верила в искусство, я бы тоже не могла. Сейчас другое дело. Сейчас я взрослая женщина. Да, да, да. Очень взрослая женщина. Сейчас могу. Могу. Сейчас не так-то просто выйти замуж. Если девушка не эффектная, не стильная, на ее внимание никто не будет обращать. Наконец дошло. Правда, женится все равно на скромных. Ну. Ну что? Ничего. Зачем намазалась? Пора. Тебе не надо. Смотри-ка температуру. Не связалась бы с Кириллом, была бы здорова. Надеюсь, тебе послужит уроком. Я думаю, когда вы разойдетесь по разным институтам, хоть оставят тебя в покое. Ты помнишь свое обещание? Помню. А если он опять будет к тебе приставать, ты его что? Спущу с лестницы. Ну-ну. Ведь какой идиот мальчишка. Из-за него ты чуть не рассталась с жизнью. Ради чего? Не ради дела какого-нибудь, не ради близкого человека. Просто ради больного его самолюбия и бахвальства. Да-да. А что бы я тогда делала без тебя? Тебе это в голову не приходило? Ну его. Занимайся лучше общественной работой. Так еще ничего. Так уже так тебе. Жених пришел, открывай. Лежишь? Лежит. Как развлекаешься? Что касается театра, то хожу в кино. Что за книжка? Специальная. Это здесь о тебе? Да там, на 37-й странице, что ли. Вот, сноска. Ага. Этот простой вывод выражения для дополнительного члена формулы 5 принадлежит студенту К. Бобышеву. Как хорошо, что у тебя случайно оказалась с собой эта книжка. Что с Колей? Поправляется. А Игорь? Лежит. Вера встала, все в порядке. Все хорошо, все в порядке. Все кончилось благополучно. А если бы кончилось неблагополучно? Чтобы ты ответил Колиной маме? Чтобы ты ответил мне? Лучший способ избегать опасности – не выходить из дому. Жить вообще опасно. Нет, почему же? Можно подвергать жизнь любой опасности, но ради какой-то цели. Вы же шли не для того, чтобы что-нибудь увидеть, узнать. Для вас не существовала природа, для вас не существовали товарищи, их здоровье и жизнь. Вы бездумно ломились через лес, через тундру, чтобы куда-нибудь выйти. Куда? Зачем? Риск. Победа над силами природы. Ты врал, что хорошо изучил маршрут. Ты только знал, что по нему еще никто не ходил. Тебе это нравилось. Thank you.
Что вы хотите мне доказать? Что я виноват? Я это знаю. Вы хотите меня наказать? Тогда не стесняйтесь, говорите все, что думаете. Все равно вы меня не накажете больше, чем я сам себя наказал. Так. Значит, готовы оправдать? Все, что бы он ни натворил, все готовы оправдать. Понятно. А ну, Кирилл, уходи отсюда. Зачем вы его прогоняете? Кирилл не слушает и ко мне пришел. Надя, скажи, чтобы он его не прогонял. Я бы гнал таких из института. Уйди отсюда. Надежда, скажи ему. Ты воспитывала свою сестру, как хотела, и вот тебе результат. Скажи ему, чтобы он оставил Лиду в покое. И тогда убедишься, что я был прав. Кира, оставь ее. Хорошо. Я ухожу. Для вашего успокоения могу дать слово, что больше вы меня здесь не увидите. Я к вашей сестре не подойду на пушечный выстрел. Очень хорошо. Что вы наделали? Что вы наделали? Он же ненормальный, он же действительно не подойдет ко мне на пушечный выстрел. Что вы о нем знаете? Вы совершенно ничего о нем не знаете. Он же месяц в 10 классе ходил мимо наших ворот, стеснялся ко мне подойти. Это было детство. Оно прошло и больше не вернется. А сейчас какой он стал? А будет еще хуже. В молодости тщеславие тешить легко. Взял и удивил всех. Вот я какой. А когда перестанут удивляться, тогда что? Ну, тише, разговор окончили. Это Володя. Вот это тот самый Владимир Львович, который хотел с тобой познакомиться. А это та самая Надя. Только ты не пугай его, он скромный человек. Садитесь. Ну, садись. Хотите чаю? Спасибо, не стоит. Ну, расскажите что-нибудь. Что мне рассказывать? Живу, работаю. Лучше вы что-нибудь расскажите. Вы с сестрой росли в детском доме. Это интересно. Да ничего интересного. Я не люблю об этом вспоминать. Но у вас героический характер. Вы еще сами были девочкой, а на руках младшая сестра. А у меня в жизни не было особенных трудностей. Живу, работаю, живу. Вот. И рассказывайте. Что же мне рассказывать? Как живете? Лучше уж вы расскажите. Это будет гораздо интереснее. Но она стесняется. Я все-таки поставлю чай. Спасибо, я не хочу. Я не знаю тогда. Ой. У вас есть о чем поговорить. О кинокартинах, о книгах. Только не надо стесняться. Ну, садитесь. Вы читали «Над пропастью во ржи»? Нет. Вы знаете, в последнее время некогда читать-то было. Да. Днем работала, вечером училась. Но ты в воскресенье что-то читала. В воскресенье? Да. Может быть, было и дома? Нет, что-то полегче. Да ты не стесняйся, скажи. Вы говорите, работали и учились? Да. Вот и расскажите, это же, наверное, трудно. Ага. Училась. Так. Училась. А что рассказывать-то?
Я все-таки поставлю чай. Слушай, оставь ты его со своим чаем. Не кричите на меня. Ну, потому что ты не складёха. Ну, а что особенно? Гости пришли. Хозяйка прежде должна угостить, предложить чаю. Это всем известно. Дмитрий Петрович, зачем же вы так? Я могу выпить чаю. Ну, хорошо. Хорошо. Начнем сначала. Что сначала? Все. Надежда, не забывайся. Простите за любопытство. Вы кем работаете? Я работаю под началом Дмитрия Петровича. Должность невыразительная, просто инженер. А почему такое унижение? Инженер – это по-французски изобретательный человек. А я и не знал. А ты с ней поговори, поговори. Ей не то известно. Еще один вопрос, хотя это не скромно. Да, пожалуйста. Какая у вас ставка? Это интересно. Ну, зачем тебе нужна его ставка? 120. Это без прогрессивки? Без. Ага. Живете с папой и мамой? С родителями. У меня отдельная комната, окна во двор, солнечная сторона. Как-то хорошо. Большое удобство. Ну, у меня, как видите, не такие блестящие данные. Работаю я техником-строителем. Ставка пока 80 рублей. Это меня не интересует. Почему же, вы же должны знать. Сначала я работала учетчицей в порту. Потом без отрыва от производства кончила техникум. Словом, прошла большую жизненную школу. Она хозяйственная, хозяйственная. Претензий больших у меня нет. Нет, претензий никаких. Я вообще считаю, что ум женщины – скромность. Да, да, да. Вот вы знаете, когда знакомится со мной, то первое впечатление, что миловидная девушка с изюминкой, хотя говорят, что, мол, несовременная она, дикарка. Но потом начинают понимать, что у нее доброе сердце. Да, один недостаток у меня – возраст. Ну уж это не такой большой недостаток. Возраст, не будем об этом. Ну все-таки, ну просто так за кого-нибудь я ж не пошла замуж. За мной маляр ухаживал. У его родителей хозяйство под Тулой. Он мне говорил, пускай ты городская, но самостоятельно, а я не пошла. Потому что для меня самое главное – человек. Ой. Ну что мы с вами все о делах, о делах. Хотите, я вам спою? Спой, ты. «Калитка» – старинный русский романс. Лишь только вечер затемнится синий, лишь только звезды зажгут небеса, и черемух серебряный иней жемчугами украсит роса, а твари потихоньку калитку и войди в тихий сад, как тень, но только не забудь потемнее накидку кружева на головку надень. Ну, я не знаю. Хотите, я вам потанцую, я потанцевать могу. Угу. А? Да. Потанцую. Потанцую. Around the corner, he could that someone, he met the knife.
обращай на нее внимания, то она даже на танцы не ходит. Все, уходите. Почему? Вы так это поразительно проделали, так похоже, так смешно. Господи, неужели вы не можете найти себе девушку? Знакомитесь с таким диким способом. Вы что, стесняетесь очень, да? Ну, понравится кто-нибудь, сразу перестанете стесняться. А я, собственно, уже перестал. Может быть, вы не уверены в себе, решили рубить сук по плечу? Что ты болтаешь? Что ты болтаешь? Володя захотел с тобой познакомиться. Где он тебя может увидеть? В порту? Домой тоже не придешь так, здорово живешь. Где он тебя может узнать? Ну, узнал. До свидания. Прошу прощения, может быть, вы разрешите приходить к вам? Не стоит. Ну, извините за непрошенный визит. Пустяки. Володечка, ты извини, пожалуйста, извини. Володечка, сейчас пойдем. Ты меня подожди, пожалуйста. Подожди меня, сейчас я. Сейчас. Тоже. Здесь развела. Ля-ля-ля-ля-ля. Где там? Это у меня. Ты у меня проляляхаешь. Какая дурацкая история. Смешно, правда? Почему? Кажется, ты ему приглянулась. Не сердись за Кирилла, я думала, что так будет лучше. Может быть, лучше. И дядя так считает. Может быть, он прав. Я не хотела тебе плохого, ты мне веришь? Верю. Я хочу тебе только счастья. Может быть, я ничего не знаю, может быть, я не понимаю ничего, тогда прости меня. Почему все стало теперь так сложно? Ты помнишь, как мы жили в детском доме? Это ужасно, ты ничего не помнишь. Там все жили как при коммунизме. Один раз воспитатели хватили, в столовой нет корок от мандаринов. Оказывается, старшие мандарины не едят, оставляют младшим. Или помнишь, в коллективе плохое настроение? Трубить общее собрание. Помнишь, что упало, у тебя было сотрясение мозга. Накануне большого праздника, накануне годовщины детского дома. И совет решает отставить праздник. Не может быть в одном доме и горе, и радость. Дежурство по тишине. Бюллетень здоровья каждые 3 часа. 14 дней без памяти. Первое слово «хочу клюкву». Сообщение по радио «хочет клюкву». Все друг друга поздравляют. Постановление. 10% заработка на подарок врачу. Встреча под оркестр. А дни рождения. Каждый месяц дни рождения. Лида, Ляля, Лина, Лёля. Все на букву «Л», все вместе. Какая разница? Говорят, у нас нет родителей. Мы дети войны. Мы дети всего народа. Вынесли знамена. Мы стоим под знаменами. Неужели этого больше никогда не будет в нашей жизни? Неужели никогда? Ну вот. Дурацкие парадные. И зачем вам такие лампы? Пойдем. Thank you.
Пошли. Да ну, не обращай внимания. Нет хуже постоянного уныния без особых причин. Ну, что тебя угнетает? У меня пониженное давление. Сейчас повысится. Гляди, что я тебе принес. Вот все твои пятерки в полной сохранности, как в банке. На, держи. Дядя Митя, я вам не для того давала, чтобы вы возвращали. Мы вам столько должны, деньгами не расплатишься. Возьми, возьми. Это будет тебе на приданое. Мне денег много не надо. Мне надо только добрые отношения. Моя беда в том, что у меня нет своих собственных детей. Вначале боялся, что рано. А потом боялся, что поздно. А потом вопрос отпал сам собой. И вот пришлось полюбить вас. Вы встали на ноги. Я хожу к вам и радуюсь. Пришел домой, а там никого нет. А, Кирилл, мое почтение. Пойдем погуляем. Что такое? Как ты встречаешь гостя? А мы его не отпустим, а? Кирилл, раздевайся, заходи. А почему ты пришел один? Почему ты прячешь от нас жену? Если в следующий раз придешь без жены, мы тебя просто не пустим. Стараюсь. Слушай, Кирилл, ты на каком курсе? На четвертом? И уже печатаешь труды? Силен. А вы его не захваливаете, а то он зазнается. Да? Извините, пойдемте. Куда пойдемте? Я только что пришел. Надо, мы сейчас уходим. Сидите. Чем дрожать в парадном? Поесть захотите на плите? А почему они должны дрожать в парадном? Что-то я ничего не понимаю. Потом поймете. Нет, но все-таки. Надоело. Надоело. Может, мы сами себя обманываем? Конечно, мы друг другу нужны. Совсем не видеться мы бы, наверное, не смогли. И вот, чтобы удержать друг друга, не потерять, мы скорее говорим «люблю», а
А это не любовь. Это может быть даже лучше, сильнее. Просто этому еще не придумали название. Ты со мной не согласен? Нет. Это было, конечно, ты меня любил, я знаю. Но сейчас совсем другое. Когда-нибудь мы вспомним и будем смеяться. Ты что-то сказал? Нет. Но ты ни в чем не виноват. Тебя отсюда прогнали. Тогда ты пошел, познакомился с кем-то, она тебя поняла. Все естественно, ты женился. Идиотское положение. Я ненавижу вранье. Я никогда не врал. Ну, помнишь, в школе я всегда попадал за это в дурацкое положение. И вдруг я начал систематически врать. Да даже не врать, никто меня ни о чем не спрашивает. Просто вести двойную жизнь. Мне тошно, я хочу заорать во все горло. Я виноват, казните меня. Ну что делать? Я же не могу откладывать все это на другую жизнь. Ее не будет. Ничего, нас двое. Вдвоем легче. Только надо все время помнить, что нас двое. А мы думали, ты зазналась. Забыла нас. Ну. Господи, сколько денег извела? Водка столичная. Зачем? Московская не хуже. Правда, Филипп? Конечно. А откуда у тебя деньги завелись? Откройся. Выиграла. Много? Много. Гулять неделю хватит. Гулять? А потом? А потом будем думать отдельно. Что тебе горе? Горе есть. Какое? Сестра. Ну, ладно, девочки, дайте я вам спою. Давай. Я была девушкой юной, сама не припомню, когда. Я дочь молодого драгуна, и этим родством я горда. Трубили гарнисты беспечно, и лошади строились в ряд. Влюбился, конечно, конечно, с барсучим султаном солдат. Девочки, как я по вас соскучилась. Ну, как я могла к вам не приходить столько времени? Вот единственное, на что я способна, это на дружбу. Давайте выпьем. Давай. Выпьем за дружбу, за встречу. Все пьют, это за дружбу. Будьте здоровы. Ну, будьте. Похудела? Да. Вырез выскакиваю. Сначала одно плечо, потом другое. А то оба вместе. Много неприятностей. Много. Сегодня посчитала. 5 мелких неприятностей и одно крупное. Жадничает все. Копит на приданое. Все равно с ней больше 2 раз никто не ходит. А вам-то какое дело? Ой.
Надь, ну скажи им. Ну пусть меня колдунья не дразнит, ведь у меня же имя есть. Не обижайте Нелю. Она намного лучше, чем кажется. Эй. И первым любовным туманом меня он накрыл, как плащом. Недаром он шел с барабаном, будет целым драгунским полком. Мундир полыхает пожаром, усы палашами торчат. Недаром, 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 недаром тебя я любила, солдат. Пой, Наденька, пой, пока в стенку не застучали. Давай. Но мира... Видишь, вот беда. Всю жизнь сначала думала о своей сестре, потом уже о себе. Ну, там, ради нее отказалась от всего. Она сейчас выросла и завела роман с женатым человеком. Я чуть артисткой не стала. Ага. Сдала экзамен в театральную студию, не пошла. Понимаешь, ну все зря. Все понапрасну. Но миром кончаются войны, и по миру я побрела. Голодная, с дрожью запойной, в харчевне под лавкой спала. На рынке у самой дороги, где нищие рядом сидят, с тобой я столкнулась безрукой, безногой, безногой и рыжей стал. Я не знаю, может быть, я напрасно мучаюсь. Кто многого хочет, тому всегда чего-то не достает. Вот есть такой, вроде куста, багульник. Ему, чтобы цвести, нужно только теплую, светлую комнату. И ничего больше. Вы понимаете, больше ничего. Может быть, так и надо жить? Неправильно. Неправильно. Вы человек. Появились на свет. Вас спрашивают, кто такой? Чего ты хочешь? Так скажите им об этом громко, на весь белый свет. Ах, вот кто к нам явился. У нас еще таких не было. Думаешь? Уверен. Самолет летит между двух полей. Ты изменяешь, пришел, ты изменяй скорее. Пойду прямо в театр. Скажу им, возьмите меня. Не надо мне денег, я так буду играть. Ну уж даром-то. Прямо бы в ноги ему. Товарищ Меденский, вы меня еще помните? Послушайте меня. Посмотрите меня, послушайте меня. Только не гоните. Я понимаю, я для вас не такое уж большое приобретение. Я уж не так молода. У меня нет специального образования, но я ни на что не претендую. Вы просто не гоните меня. Не посылайте меня домой. А? Слово и кошки приятно. Я в молодости увлекался художественной фотографией. Но я инженер. Сейчас век техники. С этим надо считаться. А это, пожалуйста, в свободное время. Доброе слово и кошки приятно. Летела, летела и села. Большая роль или маленькая
В театре все важно одинаково. Да? Да. Если одинаково, почему же они тебе не дадут большую? Годы идут, ты уже не девочка. Или, может быть, ты что, хочешь жить 200 лет, как черепаха? Доброе слово и кошке приятно. Наладила. Доброе слово и кошке приятно. Ты поговорила с Лидой? Нет. Так долго будет продолжаться? Почему вы меня спрашиваете? Ты не должна была пускать его в дом. Ну какая разница, где они будут встречаться? Нет, есть разница. Где хотят, только не здесь. Открывай. Ромео и Джульетта пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Я жена Кирилла. Очень хорошо. Очень кстати. Я рад. Какой странный. Вы Лидина сестра Надежда Георгиевна, да? Я догадалась. Будем знакомы. Мне предложили 2 билета на концерт. Пора бежать, а Кирилла нет. А я знаю, что он часто к вам заходит. Но вижу, только напрасно вас побеспокоила. Если разрешите, я немного посижу, отдышусь. А то у вас лестница. Конечно. Конечно, пожалуйста. Садитесь. Спасибо. Здесь ли еще билеты? Такая рассеянная. То забуду ключи, то затеряю библиотечную книгу. Тетради — это у меня неразрешимая проблема. Один раз принесла в класс чужие тетради. Я работаю учительницей в школе. Так эти тетради буквально съедают все время. Сейчас растет интересное поколение. Такие крохи, а уже с юмором. Учителя серьезные люди, а ученики юмористы. А отсюда сколько до филармонии? 15 минут? Хотя я без него все равно не пойду. Как-то раз пошла в кино одна, чуть сознание не потеряла от скуки. А он то и дело бросает меня на произвол судьбы. У вас веселый характер. Есть такая легенда. Тамерлан осадил один город, послал туда гонцов, потребовал мешок золота. Дали. Еще раз послал. Гонцы возвращаются ни с чем. Жители плачут, говорят, больше ничего нет. Ну, если плачут, значит, еще есть. Правда? Собрали мешок. Тогда Тамерлан спрашивает, какое там настроение. Смеются, песни поют. Но раз смеются, значит, действительно, ничего не осталось. Это шутка. Ну что ж, концерт пропал. Может быть, и к лучшему. Пойду домой, засяду за тетрадки. Ну тогда до свидания. Желаю творческих успехов. Подождите. Знаете что, Шура? Кирилл действительно в последнее время очень часто к нам приходит. Они дружат с Лидой еще со школьных лет. Я знаю, знаю. Вы не понимаете, у нас с ним такие отношения довольно свободные. Я сама мало куда хожу, и было бы глупо привязывать его к своей юбке. Мне кажется, что Кирилл сюда больше приходить не будет. Они с Лидой поссорились. Ерунда. Все ссорятся. Нет, мне кажется, они серьезно поссорились. Это правда? Это мы. Вася. Во всяком случае, больше он сюда приходить не будет. Не удивляйся. Мне неожиданно предложили 2 билета в филармонию. А я думаю, где ты? Вот прибежала сюда, перепугала Надежду Георгиевну. Ну, теперь мы уже все равно опоздали. Пойду домой и засяду за тетрадки. Извините за непрошенное вторжение. А ты посиди здесь, отдохни. А я побежала. У вас нетрудный замок. Догони ее. Я вернусь. Завтра? Нет. Ладно, потом.
Больше он сюда не придет. Завтра вы распрощаетесь. Ни за что. В крайнем случае будет плохо нам двоим. Хуже всего будет небо моей. А он не ей изменил. Он мне изменил. А теперь он ко мне вернулся. Лида, так нельзя жить. Только так. Я пробовала жить по-вашему, у меня не получилось. Теперь я буду жить по-своему. Ты хотела прожить тихо и скромно. Чтоб я тоже прожила тихо и скромно. Мы только мошки, мы ждем кормежки. Это вы прогнали Кирилла, он ни в чем не виноват. Здесь его не поняли, тогда он пошел, познакомился с кем-то, она его поняла, все естественно. Мне не нужно было слушать вас. Я должна была догнать его на лестнице и притащить обратно. Ну что ж, придется мне не послушаться тебя теперь. Я понимаю, ты руководствуешь здравым смыслом, правда, не своим, а дядя, но, как видишь, мне это не принесло счастья. Может быть, тебе принесло? Не знаю. Когда тебя брали учиться, ты не пошла. Решила, что это неблагоразумно. А что теперь? Доброе слово и кошке приятно, это твой идеал? Виновата. Я-то знаю давно. Я ничего не имею права от вас требовать. Встречайся с ним. Люби его. Живи так, как тебе лучше. Ты куда? Мне пора. Не уходи сейчас, побудь дома. Пусти. Надо мной огромное голубое небо, и носятся большие белые птицы. А чего это? А чего? Я знаю все. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был. И в этом одном состоит смысл и цель его жизни, его счастье, его восторг. Знаете, в чем ваша беда? Эту роль следует играть либо блестяще, либо никак. Но вы, к сожалению, выбрали третий путь, самый неблагодарный. Вы делаете точно то, что делает Шивановская. Шивановская? Стоит только закрыть глаза. Она! Когда вы пришли в театр, я же голосовал за вас руками и ногами. Знаете, что вы потеряли с тех пор? Ну, можно считать, что это немного. А можно считать, что это все. Индивидуальность. Индивидуальность? Да. Индивидуальность. Почему это произошло? Как это вернуть? Нельзя. Кто придумает, как это делается, войдет в историю театра. Понимаете? Понимаю. Можно все рассказать о фиалке.
А человек останется равнодушным. А ты вот покажи ее. Дай ее понюхать. И она запомнится навсегда. Вот этого у вас не произошло. Не состоялось. Я поняла. Вы разрешите, я вам покажу еще один отрывок из Тани Арбузова. А кого вы хотите там играть? Таню. Вы с ума сошли. Таня. А мне как раз показалось. Не-не-не, по-моему, эта роль вам просто противопока. Я попробую. Не будете тратить силы, время. Это ничего. Ведь еще одна неудача будет вас как-то травмировать. Это ничего. Я вас предупредил. Я могу рассчитывать? Конечно, я вас посмотрю. Это моя обязанность. Закон судьбы. Что предначертано, того человек не может. Закон судьбы. Ты странно говоришь. Это уже закон судьбы. Надо говорить твердо, уверенно, что предначертано, того человек не может. Это уже закон судьбы. Но ты же ничего не знаешь. Ни пьесу, ни роль. Как ты можешь меня учить? Я не учу. Мне только кажется, что это надо произносить уверенней. Что предначертано, того человек не может. Слава Богу, что сия чаша меня миновала. Ты уж закон судебс. Тебя пришли. Здравствуй. Здравствуй. Проходи. Давай садись. Иди сюда, я сейчас закончу. Ты не беспокойся. Садись, садись. Надя, я была в театре. Чего ж ты не сказала? Я бы тебе контрамарку достала. Да зачем? Я сидела очень удобно. Купила билет за рубль 50 и сидела. Понравилось, нет? Очень, Надя. Очень? Очень. У меня там маленькая роль. Когда девушки выходят, я в сиреневом. Я сначала думала, что ты в красном, а потом разглядела. Ой, я так боялась, что тебя слышно не будет. Зал такой огромный. Когда ты сказала доброе слово и кошке, приятно. Так хорошо. Так тихо сказала. У меня из глаз слезы потекли. Действительно, Надь, приятно. Ты ведь знаешь, как ко мне относятся в общежитии? Когда тебя не взлюбят, потом уже очень трудно разубедить. Ну вот пришла ты. Сказала доброе слово. Ушла. Хотя, в общем, ко мне относятся по-прежнему. Дальше. Во втором акте. Ты как-то так покачала головой и сказала: любовью оскорбить нельзя. Надя, действительно, любовью оскорбить нельзя, ведь если даже тебя полюбит плохой человек, Надя, ой, ведь нельзя. Ой, как хорошо, что ты пришла. Ты только посиди, ладно? Я посижу, Надя. Посиди, посиди. Ой, ты знаешь, я сейчас с сестрой не общаюсь, вообще замкнулась. Ты знаешь, это, наверное, потому, что мне не очень везет. Вот ты помнишь, я тебе сказала, лишь бы взяли, я буду на все согласна. Нет, человек неблагодарное животное, мне мало, мне плохо. Приготовила большую роль, показала, не понравилось. Вторую, третью, то же самое. Наверное, со мной что-то произошло. Раньше-то я же была другая. Ну, я же помню, я ходила по улицам, я смотрела на окна. Я старалась вообразить, какая бы я была, если бы я жила вот здесь. Понимаешь, я живу на другой улице. Вокруг у меня другие дома, другие деревья. Все другое, я сама другая. Сейчас я не хожу. Мне, видишь ли, некогда. А жизнь-то бежит. Она бежит, и каждый день новая. Машина катится по-новому, целуется по-новому, танцует по-новому. Ой, как хорошо, что ты пришла. Только посиди, ладно? Я посижу, Надя. Посиди, посиди. Может, мне приготовить еще одну роль, а? Еще раз рискнуть, а? Ты понимаешь, странное дело.
У меня в жизни не было особенно много радости. Ну, я не веселый человек. Ну, не очень веселый, особенно сейчас, когда мне не очень везет. Но если бы спросили, кого я хочу играть, я бы сказала веселую, счастливую, которая все может, всем вокруг приносит радость. Лаура в каменном госте. Ой, сейчас, подожди. Ты знаешь, я давно не пела. Я сама собой петь не люблю. Дома некому. Хотя ты тоже вроде ни к чему. Я замкнулась, понимаешь? Сейчас ты послушай, ты скажи. Сейчас я попробую. Одела с туманом Гренада, все дремлет вокруг, все манит к свиданию. Ничего? Ничего. Открой же Вентану, Эльвира, не медли, друг мой милый, час любви улетает напрасно в немом ожидании томлюся. Ничего, ничего. Рискнуть? Сейчас. В немом ожидании томлюся. Странно рисуют дети. Смешно, необузданно. Но если вдуматься, это именно то, чего мы, взрослые, никак не можем добиться. Ничего добьешься. Где Лида? Лида пошла к Кириллу. Наряжалась тут. А все-таки Шура оказалась благородным человеком. Никаких сцен. Ничего никому не сказала, взяла и уехала. Ты не знаешь, куда уехала? К родителям? Не знаю. Да, некрасиво. Некрасиво все это получилось. Ну, что делать? Решили, так решили. Лида тоже достаточно намучилась. Хватит. Слушай, может быть, отметить это дело в тесном кругу? Или когда кончится бумажная процедура. О. Не суетись. О, это твои? Мои. Когда ты здесь была? Еще в школе? Да. Наверное, многое переменилось. Да. Понимаешь, у меня как раз сегодня ничего нет. Я схожу. Ну что ты? Нет. Ты сиди. Мне надо.
То ничего не дает, не дают, а то навалились. Главное, в театре есть люди, которые ничего не играют, а ставка в полтора раза больше. Когда я вас брал из детского дома, вы были такие крохотные, такие худенькие, в одинаковых платьицах, как два солдатика. Мог ли я думать тогда, что вас ждет такая судьба? Одна уже кончает институт. Отличница. Да и в личной жизни плохо ли хорошо тоже как-то все определилось. Ну, а другая? Другая у нас просто знаменитость, а? Ничего, ничего, ничего. Да, Надюха, в твоей жизни все переменилось. О многом надо подумать. Я думаю. Думаешь? Думать мало. Надо действовать. Кто это может быть, а? О, это ты. Ну, проходи. Вы меня помните? Помню. Ты извини, пожалуйста, у нас здесь серьезный разговор. Значит, я побывал у вашего директора, был у вас в месткоме и оставил заявление, что ты нуждаешься в квартире. Зачем? Я не хочу квартиру. Мне не надо квартиру. Володя, ты слышал? Ей не надо квартиры. Но наступит время, когда ты выйдешь замуж. Я не понимаю, может быть, я не прав, а? Разумеется. Почему вы улыбаетесь? Перестаньте, ей-богу. Это так, не придавайте значения. Мне бы хотелось с вами поговорить. Скромность украшает только в первый момент. Но потом к тебе начинают люди относиться так, как ты сама себя поставила в коллективе. Дядечка, ну? Не вмешивайтесь в мои дела. Пожалуйста. Вы хотели поговорить со мной? Надежда Георгиевна, я понимаю, мой прошлый приход был неприличен, унизителен для нас обоих. Вспомнил. Слушай, она сейчас спешит. Вы тогда посмеялись надо мной и были правы. Теперь мне хочется с вами поговорить серьезно. О чем? Вы тогда спросили, может быть, я так стесняюсь, не уверен в себе. Это правда, я не очень уверен в себе. Больше всего не люблю людей самодовольных и самоуверенных. Если это есть в человеке, все, он для меня не существует. Но в то же время моя неуверенность вовсе не означает, что я ни на что не способен. Одним словом, если бы вы меня узнали поближе, может быть, вы бы даже примирились с этим недостатком. Простите, может быть, вас это совершенно не интересует? Вот именно. Зачем ей надо знать все твои подробности? Ты сам-то подумай об этом. Но у меня другого выхода нет. Едва ли вы захотите меня еще раз увидеть, так я хотя бы не буду себя ругать за то, что ничего не сказал. Ну ладно, довольно, хорошо. Сказал, все. Она даже отдохнуть не успела, а ей пора собираться в театр. Володь, вы не уходите. Побудьте у нас, пожалуйста. Ну, не знаю, не знаю. Я понимаю, это глупо. Вы и тогда надо мной посмеялись. Теперь же у вас такие успехи. Успехи, успехи. Все не так-то просто. Все умиляются, поздравляют. У тебя новая роль. Опять экзамен, только на этот раз более сложный, потому что от тебя ждут чего-то необычайного. А почему ж ты одна? Где ж твой жених? Слишком много женихов. Я пошел. Да, ну вы приходите. Приходите завтра. Я приду. До свидания. До свидания. Раздевайся. Я была у него дома. Я в первый раз была у него дома, и я кое-что поняла. Знаешь, Надя, я всегда думала о Шуре только в определенной плоскости.
А теперь я кое-что начала понимать. Что же ты поняла? Вы все истолкуете наоборот. Ты понимаешь, когда я вошла в его комнату и огляделась, это комната, где живут два человека. Не как в общежитии, а два похожих, два близких, два дружных человека, двое. Понимаешь? Я это почувствовала сразу. Ну, может, это мне показалось. Тебе показалось. Он слонялся по комнате и смотрел по углам. Как по пустой комнате, понимаешь? Я была здесь, рядом, а он слонялся по пустой комнате. Раньше я думала, что его женитьба – это лишь неприятное обстоятельство, которое осложняет наши отношения. Оказывается, это было совсем не так. У него был дом. Была семья, несмотря ни на что. Вот ты говоришь, что я ничего не пойму, а я все понял. Что вы поняли? Я понял, что ты стала взрослая, что ты стала умная, и что я тебя могу уважать. Вот что я понял. Все эти годы она была. Это семья. И незаметно она становилась для него все нужнее, хотя он об этом даже не подозревал. А теперь он это вдруг почувствовал, хотя не сознается в этом даже самому себе. Вот, что я поняла. Больше я к нему не пойду, я не могу. Пускай едет за своей женой и привезет ее обратно. Виноват. Ничего не понимаю. Вот теперь ровно ничего не понимаю. Столько лет прятались по углам, вырывали каждую минуту, чтобы встретиться. Мучили себя, мучили Шуру. Довели ее до того, что она уехала, слова никому не сказала. Устранилась с вашей дороги. Будьте, мол, счастливы. Ты что же думаешь? Ей было легко? Я тоже все время возражал. И вот теперь, когда добились своего, через столько препятствий, через столько страданий, она, видите ли, не может. Почему? Неизвестно. Что произошло? Ничего. Кирилл большой человек, редкое дарование. Смотри, не бросайся, пробросаешься. Нет, я ничего не понимаю. Иди к Кириллу. Сейчас же отправляйся к нему. Дядя Митя, оставьте нас. Она сама разберется. Ах.